Да, ребят, 19 сентября. Ну, Америка чудесна тем, что здесь, конечно, в этой стране живут национальности с разных концов света практически, со всех стран мира. И можно попробовать здесь без проблем еду разных стран мира. И вот мы сейчас во вьетнамском ресторанчике, вот нам принесли еду. Ну, основное блюдо здесь супы. Вот это, видите, основа. Но также вот они дают вот эту траву, сейчас мы побросаем прям туда. Также здесь мы заказали кальмары и ракушки. Ну вот они рис, два вида риса дали. И я заказал себе маленькую порцию относительно, да. Это китс у них. А вот regular size, ну огромная вообще, огромная чашка, видите, в сравнении с моей рукой. То есть на двоих человек. И сейчас будем перекусим это. Я еще в Канзас-Сити нахожусь и... В аэропорт я уже буду улетать в Калифорнию назад. Так что приятного нам аппетита, как говорится.